Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня я расскажу о портативной колонке Svan PS220. Надеюсь, что обзор будет полезен и вы поставите лайк, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Первым же делом в глаза бросается резиновая ручка для удобной переноски или крепления колонки, при желании которую можно снять. Основной материал здесь выбран черный прорезиненный пластик с вставками обычного синего пластика по краям. С лицевой стороны находится решетка, в центре которой расположился логотип компании, за ней же находится два динамика, с задней стороны присутствует также решетка, однако динамики расположены в сторону лицевой стороны, что делает такое решение более декоративным, чем практичным. Сверху расположились элементы управления, клавиша включения и поиска устройства, клавиша воспроизведения, паузы и ответа на звонок, клавиша переключения треков и они же клавиша регулировки громкости при удерживании. Все кнопки выпуклые и с хорошим ходом нажатия, что позволяет управлять колонкой в слепом режиме. С правой стороны за заглушкой расположился разъем USB и microUSB, слот для карт памяти и разъем 3,5 мм мини-джек. Сама заглушка привязана к корпусу, что не даст ей потеряться при переноске. Благодаря влагозащищенной конструкции эту колонку не страшно оставить в траве. Дождь и роса не станут для нее проблемой. PS220 – всепогодная акустика для тех, кто умеет отдыхать на всю катушку. Портативная колонка имеет встроенное FM-радио, способна проигрывать музыку с карт памяти microSD, USB-флешек и подключаться к источнику звука по проводу и без. По Bluetooth акустика держит уверенную связь с мобильным устройством на расстоянии до 10 метров. Емкости батареи вполне хватит на нескучный вечер. Устройство выдает вполне убедительный и громкий звук для девайса такого размера. Два встроенных динамика способны обеспечить целых 10 Вт выходной мощности, этого более чем достаточно для вечеринки у костра. Отзывов на данную модель довольно много, начну с недостатков. Тугие кнопки, нет силиконовых ножек, низкая автономность, отсутствие дисплея. Теперь о преимуществах. Приятный корпус, низкая цена, качественный звук, можно использовать в качестве пауэрбанка, хороший бас, стильный внешний вид, есть влагозащита. Ссылки с лучшими ценами на эту модель можно найти в описании. Надеюсь, что обзор был полезен и вы уже поставили лайк, подписались на канал и включили уведомления о выходе новых видео. Возможно, вы станете или уже стали владельцем этой колонки и захотите поделиться в комментариях своим мнением. Всем пока!